Передо мной Анастасия Калина. Только что она выиграла дистанцию 1500 метров на командном чемпионате России. Результат 4:09.82. Анастасия, по-моему, очень хороший результат, по-моему, для такого старта, для начала. Да, для начала хорошо. Я только приехала из Кисловодска, поэтому я еще не ощущала, насколько я готова. Вот я проверила свои силы. Надеюсь, что все получилось. Мне понравилось. Ну, вы довольны были, да, в тренировке? Ну да, конечно. Просто вначале как-то тяжело бежалось, так ощущалось. Такие непонятные чувства были, но я рада, что результат хороший. То есть вот это первый старт, да? Какой будет второй старт следующий? Ой, я еще не знаю. Я вот приеду сейчас домой, и мы с тренером будем решать, какой будет следующий старт. А вы будете участвовать в этой гран-туре легкоатлетическом? Да, ну мы постараемся как можно больше пробежаться, да. Это ваша ключевая дистанция будет, 1500 метров, да? Да, я думаю, да. То есть вы все-таки определились, на 1500 метров вы на году будете бегать? Да, определилась. 800 метров не будете пока? Не, ну я буду пробовать, но это как уже дополнение к 1500 метрам. Ясно, Настя. Ну, поздравляю вас, удачного выступления. Удачи вам как бы в сезоне тоже. Спасибо чтобы у вас большое. Все получилось. Спасибо вам большое. Будем стараться.